Так, здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот, наконец-то, дождался я прыжка. Летим в Айоке. В общем, всем творческих успехов. Спою вам песенку, всеми нами любимую, называется она «Вишня». Ой, под окном широким, под окном высоким, вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты, парень бравый в первый раз идет. Или второй раз летит, мимо этой вишни, мимо этой хаты, парень бравый в первый раз идет. А он в окно посмотрит, он в окно заглянет, ничего за вишни-то не видать. Отойдет в сторонку, спросит про девчонку, к вишне возвращается опять. А его подойдет в сторонку, спросит про девчонку, к вишне возвращается опять. А ты открой, девчина, ты открой, желанно, ты окно на улицу открой. Разве ты не видишь, разве ты не знаешь, что летит по воздуху герой? Опа! Разве ты не видишь, разве ты не знаешь, что идет по улице герой? Ой, под окном широким, под окном высоким, вишня белоснежная цветет. А мимо этой вишни, прямо в эту хату, парень бравый свататься идет. А опа, мимо этой вишни, прямо в эту хату, парень бравый свататься идет. Вот такие вот пироги, ребята, это кайф. Ну, сейчас стало теплее, было кошмар, как холодно. Ха! Привет! Всем привет! Опа! А! Полетим, полетим сейчас! Вот это класс! Ну что, сейчас на вертолете папа? Да! Спасибо! Хватит! Давай окружимся! Нет!